Это место стало яблоком раздора между местными жителями и людьми, которые занимаются сортировкой вторичного сырья. Казалось бы, хорошее дело прилагать усилия для переработки мусора. Однако в него вмешалась природоохранная прокуратура. Рязанцы, которые заметили, что за последнее время в центре города системно происходит выброс вредных веществ в атмосферу, обратились в природоохранную прокуратуру. Подтолкнуло их к этой идее собственное самочувствие. Начинаются, значит, какие-то обострения респираторных заболеваний, которые носили хронический характер и время от времени обострялись. Мы провели проверку на территории предполагаемых жителями объектов, где возможно нарушение. На одном из объектов мы обнаружили территорию, которая скрыта была от посторонних глаз, и где происходил незаконный прием, хранение, сортировка твердых бытовых отходов. Однако загрязнение было вызвано не хранением и сортировкой, а сжиганием части отходов, которые не подлежали сдаче в дальнейшую переработку. Действия воплощались в жизнь с помощью двух самодельных печей, которые находятся здесь же, на территории одной из промышленных баз. Все это происходило по соседству с плотной застройкой жилыми домами. В момент прокурорской проверки приезжала машина, мусоровоз с 8-кубовым контейнером. И выгружал это все на, значит, один из предназначенных ими для этого участков местности. Потом была сортировка, упаковка, измельчение, значит, и сжигание. В свою очередь, когда наша съемочная группа выехала на место, нам удалось напрямую пообщаться с организаторами пункта сортировки мусора. По их словам, в печь случайно попал пластик, и активисты, опираясь на статью 0103 правил пожарной безопасности, старались нам доказать, что сжигание на расстоянии 50 метров от домов допустимо. И кроме дерева они стараются ничего не сжигать. Но даже при выполнении всех норм этих правил для осуществления такой деятельности требуются разрешительные документы организациям и гражданам, занимающимся переработкой. Это граждане, то есть это нам объяснено, что это граждане осуществляют эту деятельность, это не было какой-то юридической фирмы, у них не было никаких разрешительных документов, которые могли и должны свидетельствовать о том, что их деятельность безопасна. Сейчас материалы проверки отправлены в органы контроля, а точнее в Министерство природопользования и экологии Рязанской области, после чего будет вынесен вердикт, и организаторов пункта переработки, а также представителей мусоровозов ожидают административные наказания. В экологическом праве, в отличие от уголовного, существует презумпция экологической безопасности. Здесь доказывать вину не нужно. Деятельность считается безопасной только когда на нее имеются соответствующие документы. По сути, хранение и сортировка вторичного сырья не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Однако, как бы ни была идея переработки мусора сейчас актуальна, для ее реализации все-таки необходимо получить все разрешения. Тогда препятствий на пути к улучшению экологии не будет.